Один из детских садиков расположился на территории садоводческого товарищества «Металлург-2», которое находится за торговым комплексом НИТИ. У рязанских дачников и без того хватало проблем, связанных с нехваткой урожая из-за похолоданий. Теперь к этим неприятностям добавились новые проблемы. Раньше на месте детского садика и площадки, которую теперь реконструируют под игровую зону, располагался обычный дачный дом. И соседи, которые сейчас полны возмущения, могли наслаждаться тишиной, спокойствием, пением птиц на своих участках. По мнению собственников, которые считают себя пострадавшими, одним новым детским садиком дело тут не ограничится. Якобы детский сад, а тут и гостиница, и все. И вот потом парковку хотят вот тут сделать. Ни ребенка так не вывезти, ничего опять. Трасса будет. По 25 машин бывает сразу приезжает. 25. Владельцы участков возмущены, ведь, по их мнению, данное учреждение построено незаконно. Это незаконно построили вот это здание. Незаконно, потому что здесь дачный участок. Незаконно. Кто им подписал, мы не разбирались. Дети это, конечно, они и нужны, но дело-то не в таких местах их сажают сюда. Дети – цветы жизни, и отдых на природе для них немаловажен. Однако, если это не приносит неудобства тем людям, которым, в свою очередь, необходимо спокойствие. Вероятно, строить детский сад на территории дачного кооператива – не лучшая идея. К сожалению, главный вопрос остался без ответа. Действительно ли данный детский сад построен по закону? И имеет ли право собственник этой территории использовать землю садоводческого товарищества. А пока дачникам остается лишь наблюдать за тем, что происходит вокруг, и решать вопросы о возведении высоких заборов, которые смогут отгородить их личное пространство от глаз заезжих гостей.